Всем привет! Вы на канале Андрея Сэмова, и сегодня у нас на канале будет рецепт домашней тушенки из свинины. Рецепт вообще очень простой. Ингредиенты — это соль, лавровый лист и перец. Ну и, естественно, мясо. Но кто какое делает? В нашем случае это свинина. Приобреталась она в гипермаркете «Лента». Приобреталось мясо, как оно называется, сейчас скажу точно. Мякоть, которая срезанная с рулик, без кости. Вот. Ну и пару кусочков окорока. Вот. Сейчас что мы делаем? Споласкиваем мясо, потому что неизвестно, где оно там лежало и как, да? Холодненькой водичкой. И нарезаем на порционные кусочки, чтобы помещались в баночку. Ну, как вам нравится вообще употреблять ее. Она, понятное дело, что будет развариваться, да? И уже впоследствии еды будет, ну, мягкая и как бы это, ну, я делаю примерно где-то 2 на 3 сантиметра кусочки. Все, приступаем. Споласкиваем мясо и нарезаем. Так, ну что, у нас готово наше мясо порезанное. Начинаем формировать в баночке мясо. Банки у меня твист-офф разные, и 700-граммовые, и 500-граммовые. Сколько, как говорится, получится, влезет, столько и положим. Я граммовкой занимаюсь, вот на банку ложу вот пол чайной ложки. Пол чайной ложки. Наливаю потом немного воды, желательно теплый. Прям чуть-чуть. Во-первых, чтобы растворить хорошо нашу соль, да, чтобы она у нас растворилась. И во-вторых, чтобы была, как называемая, как у меня жена любит говорить, чтобы была желешечка. И сюда начинаем складывать наше мясо, да. Вкладываем наше мясо кусочками. Не переживайте, оно ляжет как ему надо. Вот. Вот так половинку насыпали. Мясца туда. Я ложу лавровый лист. Вот так один. Серединку. И вот такой у меня перец горошком. Ну, на глаз там штучки 3-5. Вот штучек 5 вот так вот кинем. Вот тут побольше закинем, сюда вот закинем. И все, и дальше опять же так же складываем по плечике наше мясцо. Вот так вот, чтобы водичка оставалась, да. Мясо впитает его все, не волнуйтесь. И все это превратится в желешку. И вот такая вот тушенка у нас вот получилась. Ну и остальные баночки тем же принципом делаем. Так, ну наше мясцо все разложено по баночкам. Баночки разношерстные у меня получились. И 700-граммовые, и 500-граммовые. Вот это вот 400, наверное, или сколько тут. Так,
Все мы разложили по банкам. Следующий этап. Вот такие крышечки я покупаю. Покупал, по-моему, в магните. Вот надо вот с таким клапаном. Есть, конечно, специальные крышки для автоклавирования, но они дорогие. Вот, я беру вот такие простые. Вот они с клапаном. То есть, ну, меньше вероятности того, что у вас что-то там взлетит, сломается. Есть много крышек. Вот такие, к примеру, уже не подходят. Они какие-то у вас уже взлетят. То есть, при... когда будете варить, как говорится, в автоклаве, уже больше вероятности, что они... А вот такие вот с клапаном, они работают очень замечательно. Что я делаю? Естественно, количество банок считаю. Ложу эти крышки в воду, кипячу. Как вода закипела, 5-7 минут, можно 10. Прокипятили их, вытащили с емкости, в которой кипятили. Это для чего делается? Чтобы вот это кольцо стало мягче и плотнее прижалось к стенкам банки. Вот. И все. И потом накручиваем на банки и складываем в автоклав. Так, ну наши крышечки готовы. Продезинфицировали мы их, прикипятили и закрываем. Я просто их вот от руки вот так вот закрываю. То есть там никаких ключей, еще чего-то. Вот так спокойно все от руки закрывается. И все складываем в наш автоклав. Предварительно туда налив литр воды. Автоклав у нас работает от по пару. Ну, сейчас все вам покажу. Производитель, домашний заготовщик. Так, ну нам понадобится литр воды. И я беру лимонную кислоту. Пол столовой ложки на этот литр. И... заливаю это все в куб для того, чтобы лишний раз как бы промыть куб и продезинфицировать его, да, чтобы не было ни накипи и вообще ничего. Но оно и так не может быть там, потому что это 304-я сталь. Ну, на всякий случай я это делаю. И теперь составляем наши баночки аккуратно друг на друга и в процессе потом закрываем наш автоклав.
Дальше все очень просто, от руки вы протянули все свои барашки, проверили, чтоб не залип у вас сбрасывающийся клапан. Дальше вот этот шланг мы, я ставлю его вот, наливаю воду в банку, чтобы он не шумел. Вот, дальнейшие действия. Кто-то работает на индукции, кто-то работает на газу, кто на чем. Этот универсальный аппарат получает, система его работы. Сейчас мы включаем, как говорится, на разгон, на полную мощность, да. Он у нас, там вода закипает, начинает нагнетаться пары воды, то есть пар. Здесь закрывается у нас клапан, да, клапан. И начинает нагнетаться в нем давление. Давление должно быть у нас достичь 1,1 бара. Здесь у нас, естественно, при закипании воды будет 100 и выше. При моменте приготовления консервы здесь будет повышаться, естественно, температура. Вот, мы ее должны регулировать где-то в районе 115-120 градусов. От 110 до 115. Время приготовления в районе 40 минут, час. Это с того времени, как у нас здесь набралось давление, начинается приготовление. Мы, естественно, убираем где-то в районе 1000, ставим разгон. Ну, не разгон, а подаваемую мощность, да, чтобы поддерживать здесь температуру. Здесь не должна падать температура, то есть подача, кипение, потому что здесь упадет давление и клапан откроется, и у вас просто будет как парилка, просто кипятиться будет, и все, а приготовления не будет. Почему час 40 минут приготовления 10? Ну, то есть у нас будет готовка идти 40 минут, час, это автоклавирование, то есть дезинфекция, все микробы будут убиваться при этой температуре, они не выживут. И также у нас, получается, законсервируется вся эта тема, простерилизуется, вот, и все будет замечательно. Все, включаем нашу автоматику и ждем, когда у нас все это дело закипит. Так, что хотел бы сказать. Сюда нужно капнуть чуть-чуть машинного масла для того, чтобы точно показывал у нас термометр. И еще что хотел сказать по поводу нагрева. Нагрев должен быть, ну, равномерный. Я не думаю, что 3,5 прям сразу бабахивать не стоит, потому что будет взрывное кипение. Я ставлю 2000 киловатт и разогреваю постепенно, чтобы резко не было вот этого. Там же воды мало, всего лишь литр. И поэтому я рекомендую равномерно это все делать. Ну, советую. Так, ну у нас все идет, как говорится, как в песне, по плану, да. Набралось у нас 1 бар внутри автоклава. Температура, вы видите, 117, да. Мы убавляем автоклав. Я это делаю на 800, ну, 900 ставлю. И поддерживаем вот это вот значение вместе с температурой. Температура может изменяться, но не сильно. Поддерживаем эту температуру. Сброс излишков пара будет вот проходить через этот шланг. Так что не переживайте, что может что-то произойти, и клапан вот этот у вас излишки какие-то, может, если уж сильно вы перегреете, сбросить. В общем, задача держать вот это вот значение 1,1, да, и здесь, чтобы температура была одна и та же. Все, с этого времени засекаем 40 минут и готовим нашу тушенку. I'm not afraid to die.
У нас прошло в районе 50 минут-час. Вот. У нас работала плита на 800. Как понять, что уже можно как бы выключать? Вы слышите, внутри банки ваши кипят. Их прям слышно. Вот. В принципе, ну и запах, конечно, вам сразу дает понять, что все готово. Ну все, выключаем. Все у нас стабильно проработало. Я думаю, все уже там готово. Смысл в том, то, что вы сейчас выключаете, вы сразу автоклав не открываете. Автоклав открывается, когда вот этот клапан падает вниз. Это говорит о том, что давление нормализовалось с вашим атмосферным давлением, которое вокруг вас находится, да, и тогда только вы можете открывать. До того, как клапан не упал, открывать нельзя. И здесь будет видно по тонометру, что давления в автоклаве уже нету. И все это время у вас будет доготавливаться ваша замечательная консерва. Все это время. Все, выключаем автоклав. Так, ну готова наша тушеночка. Вот она еще готовится. Я вам рекомендую оставлять банки в автоклаве до полного, как говорится, приготовления, охлаждения. Я вытаскиваю из-за чего? Мне нужно следующую партию закладывать, поэтому так. А так лучше оставлять прям до полного охлаждения. И крышечки, вот они сейчас вверху, как остынет, они все у нас, как говорится, вогнутся вовнутрь. Ну и все, переходим на нашу дегустацию. Так, ну что, я взял баночку одну, крыл, вот там бульончик остался, да, в ней. Ну, тут видно, да, что вот мясо какое. Видите, да, по волокнам все распадается. В меру соленое. Ну, перцев, приправ-то там не было, перец только такой был. Можно, кстати, душистый перец положить, попробовать. Не, обалденное получилось. Прям, смотрите. По волокнам все. Ну, ваше здоровье, ребят. Всем желаю здоровья, всего наилучшего вашим родным и близким, и вам. Делайте вкусные рецепты, покупайте автоклав. Баночки втягиваются, охлаждается уже. Ребята, это не магазин. Что тут скажешь, это не магазин. Вкуснятина. Обалденная вещь. Смотрите. Жирочком. Вкуснятина, ребят, всем рекомендую. Пробуйте.